Где люди? Я что-то не пойму. Где все? Где все? Так, я привела ресницы в порядок. Видите, у меня теперь их больше. У меня немножечко осыпались. Мы сегодня донарастили немножечко. И вот я на человека стала похожа. А еще я жестко начала облазить. Это прям вот прям трешняк. Я, короче, обгорела. Помните, фотку выкладывала в сторис? Сейчас покажу. Леша, надеюсь, не будет ругаться. Так, смотрите. Блин, как показать? Не видно. Что со светом? Сейчас я все покажу. Вот свет здесь. Смотрите. Смотрите, как я жестко полезла. Вообще трешняк, правда? Прям белыми пятнами какими-то, вообще очень неприятными. Вот так. Слушайте, сегодня знаете, какую мы тему затронули? Интересно очень. Есть люди, кто из вас тоже чаще готовит? А у нас, кстати, это абсолютно нормально. Леша захотел, пошел курицу приготовил себе, запек. У него новый талант, он теперь профессионально запекает курицу. И вот пока ему нравится, короче, наслаждаться тем, что он умеет это делать, он это делает. А так, в основном, конечно, готовлю я. Кто женщина? Я женщина. Я готовлю. Так, привет, красотка, ваша пара обалденная, когда свадьба уже будет, не терпится на вас посмотреть. Ну, смотрите, у нас должна была быть свадьба 12, по-моему, декабря, я уже не помню, представляете. Я попала в больницу, и получилось так, что свадьбу нам пришлось отложить. Должны были мы... А, мы хотели, короче, сыграть свадьбу, ну, в какой-нибудь промежуток времени, вот, после того, как я вышла с больницы, но ведущие сказали... Подождите, сейчас будет конкурс «Свадьба на миллион», поучаствуйте, может, выиграете, может, не выиграете, посмотрим, как там будет. Ну, то есть, участвуем в «Свадьбе на миллион». Если повезет, то выиграем и сыграем свадьбу на миллион. А если не повезет, то распишемся просто и все. Ну, вот как-то так. То есть, не по нашим обстоятельствам у нас свадьба на данный момент не случилась до сих пор. Вот, как-то так. Как ты ухаживаешь за кожей лица на острове? Я уже с вами делилась. Я пользуюсь сыворотками. Сыворотки с секретом улитки, сыворотки с пептидами, сыворотки с гиалуроновой кислотой. Гиалуроновая кислота очень хорошо кожу питает, если она сухая. Пептиды, они помогают коже регенерирующий процесс проводить. А сыворотка с улиткой, она подтягивает всю кожу, питает ее и, по-моему, что она еще делает? А, ну, короче, типа молодость создает, эффект молодости. Намазал и молодая. Вот, я пользуюсь 2 недели, например, сывороткой с гиалуроновой кислотой, потом 2 недели сывороткой с секретом улитки, 2 недели пептидами. И вот так по кругу. Главное делать перерыв в 2 недели каждый раз, потому что... Иначе привыкание возникает к одному и тому же препарату, и кожа уже перестает так хорошо реагировать на него. Свадьба на миллион начинается 17 марта, друзья. У вас еще все впереди классное. Спасибо. Он на тебе не женится, не переживай. Женится, ребят. Удачи. Кто там стонет? Это Леша занимается. Как там Милена? Еще не в психушке? Да нет, пока. Губы свои или нет? Красиво смотрится. Спасибо большое. Губы. У меня татуаж. Последний раз гиалуронку я колола в августе. Ну, видите, ее уже нет. То есть губы свои, мягенькие. Вот. Татуаж здесь сделан. У нас сейчас 1:00 ночи. Маринка там, в бунгало. Привет, Майя, тебе не нужен личный визажист? Напиши мне в директ. Я почитаю. Так. Таша, я запомнила. Вообще было бы неплохо. Очень полезно было бы даже. Как здоровье? Здоровье, спасибо, все в порядке. Сколько времени? 1:00 ночи. Ира с Валерой. Ребят, все узнаете в эфирах. Так. Ты поправилась? Да, я, блин, поправилась. На 7.